Всем привет! В этом видео поговорим о том, что в случае победы на Украине Россия будет определять мировой порядок. Британский журнал Economist вышел со статьей о том, что возможная победа России на Украине окажет огромное влияние на ситуацию в мире. Победа российской армии поколеблет уверенность мирового сообщества в превосходстве западного оружия и западной дипломатии. США, Великобритания и другие страны Большой Семерки утратят влияние на ключевые мировые процессы. Оказывая на протяжении 2 лет мощную финансовую и военную поддержку киевскому режиму, коллективный Запад загнал себя в ловушку. Украина не может проиграть, поскольку в представлении всех стран мира воюет с Россией на Украине западный военный блок НАТО. Поражение украинской армии будет автоматически означать капитуляцию НАТО. Это кратно снизит в будущем интерес к западному оружию и военной технике и откроет для России огромные перспективы с точки зрения экспортного потенциала ее вооружений. Стойкость российской экономики к западным санкциям будет способствовать тому, что другие страны, столкнувшиеся с санкционными угрозами, начнут копировать успешный российский опыт. А этот опыт основан на отказе от использования в расчетах западных валют и на укреплении хозяйственных связей с незападными компаниями. По словам бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона, в случае успешного завершения спецоперации на Украине, Россия будет определять миропорядок благодаря своему военному превосходству. В случае установления России полного контроля над территорией Украины, блок НАТО распадется, поскольку Кремль начнет активно восстанавливать отношения со странами Восточной и Центральной Европы. Россия начнет предлагать европейским партнерам вступить в Евразийский экономический союз. Это предоставит европейским компаниям доступ к крупному региональному рынку. Кремль также предложит потенциальным союзникам энергоресурсы со скидкой и свою военную помощь – гарантии безопасности. России это позволит не только сократить свою экономическую зависимость от Китая, но и вновь заявить о себе как о сверхдержаве. Друзья, сегодня в 21:30 по Москве в закрытом телеграм-канале выйдет материал на тему «США опубликовали план будущего раздела Украины и Молдавии». Подписаться на закрытый телеграм-канал можно по ссылке в описании под этим видео.